Приветствую вас на канале Сокровища Черногории, и сегодня долгожданное видео с пляжа Бечичи. Сегодня воскресенье, выходной день, заполняемость пляжей довольно большая, много местных приехало. Я это видео начинаю снимать от деревьев, там чуть дальше зеленая скала, которая как бы отделяет пляж Рафаиловича от пляжа Бечичи. До этого места я снимал в предыдущем видео с пляжа Бечичи, поэтому, если вы не смотрели и вам интересно, можете посмотреть. Тут как раз находятся вот фастфуды Стефан и бар Бабочка Папилон. Там цены довольно доступные. Кстати, о цене лежаков на этом пляже. Пляжа Стефан с 7 до 8. Лежалка 3 евро. Зонтик от солнца 2 евро и комплект 2 лежалки. Зонтик 8 евро, 2 лежака. Я уже тут в этом опросе черногорился, уже сложно сказать лежа, говорю лежалка. Ну, давайте пройдемся до конца Бечичи и посмотрим, что, где, сейчас и почем в июле 2021 года. Работают магазины. Солнцезащитные крема, правда, я думаю, тут бы даже не помешал бы, наверное, пантенол продавать. Кто видел видео прошлогоднее мое с пляжа Бечичи, тот может оценить, насколько все в лучшую сторону изменилось, сколько добавилось народа, сколько лежаков более заполнено. По последним данным, официально вроде бы Министерство туризма сезон на данный момент выполняется по сравнению с 2019 годом на 80%. Это несмотря на отсутствие прямых рейсов из России, Беларуси, Молдовы пока. Боюсь представить, что бы здесь творилось, если бы были прямые рейсы из России. В течение всех, по ходу движения на всем пляже стоят раскладки с фруктами, овощами. Сегодня воскресенье, напоминаю, не работают магазины, супермаркеты, только рынки, вот такие раскладки и киоски, ну или на заправочных станциях. Тут цены на водные виды спорта не поменялись, все по-старому. Лыжи полчаса 60 евро, 15 минут 40 евро, электроскутеры, прокат меня спрашивали, вот 1 час 10 евро. Ну, что из интересного, на одну персону 40 евро, на 2 60 евро, на 3 80 евро, на, за катером на большом парашюте покататься, люди катаются активно. Вот здесь, кстати, дешевле комплект на этом пляже, комплект здесь 5 евро. Мороженое тут тоже, естественно, на каждом шагу продается. Пляжи, вот особенно там, где 5 евро, народом неплохо заполнены. Бары. Вот в этом пансионате народ под, на своих лежаках под деревцами в тенечке отдыхает. Тут с автомобиля продают. И дыни, и арбузы. Ну, цен нету, все надо подходить, спрашивать. И цены, как я понимаю, у них очень сильно меняются в течение даже дня. Продается что-то, не распродается, они меняют, поэтому не вижу смысла сейчас даже спрашивать, потому что завтра уже этот ценник может быть абсолютно не актуален. Вот, Белла Виста пляж, тоже, по-моему, такие же цены, как в прошлом году. Лежак 3 евро, 10 евро комплект первые два. Ряда линий, первые две линии, остальные по 8 евро комплект. То есть тут подороже немного. Вот здесь уже бесплатный пляж, тут все со своими зонтиками. Здесь продают кукурузу. И тоже вишни. Уже инжир продается в начале июля. Катают он на, за катером на там, водном, как воздушном матрасе, или не знаю, как труба называется, тьюб. Так, а мы идем дальше. Прошел циклон откуда-то
через Германию на Украину с градом, дождями, ливнями. На побережье почти ничего не было, но температура воздуха упала с 36, по-моему, до 26 сейчас. Вода 27, вчера купались, мои знакомые мне рассказывали. Поэтому очень сейчас комфортно, нет удушающей жары, но при этом очень теплое море. Вот паркинг, кстати, на сезон он платный, обычно бесплатный, но в сезон там уже поставили будку. Шлагбаумы тоже заполняются машинами и много даже с местными номерами. Я под этот дождь, град попал где-то в районе Пловдива. Это километров 100 с чем-то до Софии в Болгарии, не доезжая. Это было, конечно, что-то с чем-то. Это я на днях ездил в Болгарию. Туда по жуткой жаре, по 36 градусов. Назад под дождем, градом, грозами. Каньоне Мороча ливень. Вот тут магазины тоже со всем, что потребуется на пляжном отдыхе. Зонтики, игрушки, наборы детских игрушек, сумки, панамки. Для женщин какие-то легкие накидки, сарафанчики, не знаю, как правильно они называются. Надувные игрушки, очки солнцезащитные, магнитики, групповые экскурсии Гордашевича. Потребни радницы, кстати, кому надо, можете знать, что требуются работницы. Вот, отсюда также отправляется вот по времени 5 евро. Бечичи, Свети-Стефан, Гавайи и опять Бечичи. Таким треугольником, если кому интересно, за 5 евро прокатиться. Это довольно интересное место. Пляж Олимпик и кафе Олимпик. Вот комплект 10 евро. Но если вы покупаете в этом кафе еду, напитки, то вам лежаки предоставят бесплатно. Так что, по-моему, даже так выгоднее купить прохлаждающих напитков, мороженого, что-то перекусить и бесплатно полежать на лежаках. Следующий пляж, кафе, барка, лодка. Кальяны есть, кого интересует. Да, тут теперь уже не проблема покурить кальян. Раньше это надо было искать еще несколько лет назад, а сейчас это почти в каждом прибрежном кафе. Вот тут хорошие цены в этом кафе. Тоже фастфуд. Тут можно и тут поесть, с собой взять. Цены: гамбургеры 2,5 евро, плесковица 3 евро, гурманская тоже 3 евро, курятина 3 евро, чевапи 3 евро, ну практически все по 3 евро, пицца парче 2 евро, палачинки 1,5 евро. То есть очень доступно здесь можно перекусить. Вот следующая точка, где водные мотоциклы катают тоже на парашюте за лодкой. Сабдоски можно взять в аренду. Тут магнитики по евро. Есть даже по 50 центов вот справа. Брелки, кепки. Тоже напитки. Ну вот как все, водяные трубы, вот этот тюб, как я говорю, водные лыжи, сап-каяк, парасейлинг, флайборд, гидроцикл, то есть все, что надо, можно и вот здесь. Опять кусочек бесплатного пляжа. Сегодня еще ветерок, наверное, слышно шум в микрофоне камеры, шум ветра. Но для отдыхающих это прекрасно. Ветерок обдувает, не жарко, хорошая погода.
заработало кафе Ант. Еще несколько недель назад она не работала. Вот, шкурят кабинку для переодевания. Вот мы подходим уже к Сплендиду, самому первому отелю в Черногории, пятизвездочному. Ну, первый отель, который получил 5 звезд в Черногории, давно уже. Уже вот большой бесплатный кусок. Ну, даже на бесплатных места есть. Конечно, возле воды уже воскресенье, 11 утра, возле воды уже места так заняты. Но вот здесь, пожалуйста, можно располагаться, даже если вы поздно пришли. Справа церковь Святи Тома, вход, лесенка, к ней подъем. Напоминание, что в пляжном виде к церкви нельзя подниматься. Плечи, колени должны быть закрыты. Ну и, соответственно, кафе тоже Святи Тома. Цены, как я понимаю, здесь тоже не менялись с прошлого года. Но, если интересно, сейчас покажу цены. Пляж Святи Стефан, тут комплект 10 евро. Напоминаю, если кто хочет внимательно рассмотреть цены, ставьте просто видео на паузу и смотрите, чтобы я не по 20 секунд не держал на каждой страничке паузу. Довольно пользуется популярностью. Это круглогодичное кафе. И местные тут зимой сидят. Но цены, конечно, не очень низкие. Это понятно. Вот здесь тоже потребни радницы. Так что букеры, которые предлагают экскурсии. Кто хочет приехать подзаработать здесь в сезон, вот работа нужна. Как минимум букерами предложение экскурсии. Небольшой узенький кусочек бесплатного пляжа и идем дальше. Тут справа опять магазины, то есть каждые там 300 метров Бечичи увидите какой-нибудь магазин, продажу мороженого. Так что голодными или обезвоженными вы не останетесь. На этом пляже комплект 8 евро, что средняя цена, в принципе. Есть, видите, и по 5. Есть и по 10. Выше пока не видел цену, но сейчас пройдем в конец, посмотрим, там, может быть, будет выше. Вот тут паркинг бесплатный. Тоже продают с машины все. Летит самолет как раз над Язом. Судя по фюзеляжу, по расцветке, по раскраске, похоже на Air Serbia из Белграда. Вот, ставят какой-то новый киоск здесь, на этом паркинге. Не знаю, что это будет, бич-бар какой-то, или это просто временно поставили. Посмотрим потом, через неделю. Вот опять бесплатный кусочек, естественно. Тут он в самом таком отличном месте, переход. Здесь мостик над дорогой, безопасно можно перейти, переход. И вот тут, конечно, бесплатный этот кусочек забит. Кто-то готовится на парашюте за лодкой пролететь. Идем дальше с вами. Новый тоже бар ставят. Вот только-только поставили, еще не докрасили. Тут с машины опять продают все. То есть продажа тут в магазин идти не надо. Цены, конечно, не магазинные, но... Машина
звук. И опять вот тут кусок бесплатного пляжа. Я так понимаю, вот этот кусочек взяли в аренду. Раньше он был бесплатный, вот полностью. А теперь бесплатный кусок пляжа разделили каким-то новым Body Balance Sunset 13D. Новый кафе поставили, взяли, видно, в аренду и кусок пляжа. Подходим к... Справа отель Splendid, а слева постоянный пляжный бар. Из года в год. Пляж Арена и бар Арена называется. Там такой круглой формы. Сейчас посмотрим цены на лежаки здесь. От лимонад 2,60, 0,33. Кстати, предупреждаю, 3 евро апельсин, грейпфрут 3 евро и ананас 3 евро. Предупреждаю, что лимонад здесь это не тот лимонад в нашем понимании из детства. Это лимон, выжатый с водой, очень кислый, очень, если так можно выразиться, концентрированный, крепкий. Вот, вот цены. Эспрессо евро 30, айс кофе 3,70, соки по 2,30, пиво разливное 2,90 пол-литра, 0,33, 2,20. Вот, и цены на лежаки на нем. Зонтик 4 евро, лежак 3 евро. То есть это хорошо, опять же, если вы один, тогда можно сэкономить, ни комплект не брать. Ну, а если вы вдвоем с кем-то, то комплекты получаются стандартные 10 евро. Опять мороженое. Цены евро, 1,5 и 2. В зависимости от вида и количества этого мороженого. Кто-то летит на парашюте. Тут более такие симпатичные зонтики. Свеженькие. Это вот пляж от Сплендида. Опять небольшой бесплатный кусок пляжа. Вот тут уже немного дальше от дорожки, откуда спускаются туристы, и здесь уже побольше места расположиться бесплатно. Это пляжное кафе и пляж. Амбрелла, зонтик. Тоже старый кафе-бар. Давний здесь. Наверное, самый зеленый кафе-бар на пляже Бечичи и Рафаиловичи. Здесь драфтовое пиво Тубрах пол-литра 2,50. Дольче Вита. Значит, гирос тут 4 евро, хот-дог 2,50 евро. Вот сюда направо можно уже уходить с пляжа к подземному переходу. Есть подземный переход в Бечичи. Или потом повернуть налево и выйти к надземному пешеходному переходу. Типа зебра.
Значит, пляж Дольче Вита. Цена тоже 3 лежак, 4 солнцезащитный зонтик и 10 евро комплект. Еще такое вот старое постоянное кафе, называется Азуро. Это, насколько я помню, по-итальянски синева. Как вот синева моря, синева неба. Наверное, немножко может плохо быть видно из-за пленки тут натянутой. Я вам немножко так озвучу. Салат с осьминогом, 15 евро, 200 грамм. Так, что тут интересного? Рыбная чорба 4 евро, телячья чорба тоже 4 евро. Паста карбонара 300 грамм 7 евро, салат цезарь 350 грамм 8 евро, сезонный салат 200 грамм 2 евро из помидор. Рыба по 400-350 грамм 16-17 евро, блюдо из рыбы. Ну, то есть тоже ценник не очень высокий, но нельзя сказать, что это очень дешево. Шарик евро тут 50 грамм мороженого, что немного, конечно, тоже дороговато. Но пляж, сезон, что тут сделаешь, что тут скажешь, да? Это отель Белград. Я думал, что он в этом сезоне не будет работать, но работает. Новое поколение. То ли Эмма, то ли готов, то ли рокеров. К сожалению, слишком стар, чтобы уже следить за этими всеми новшествами. Тут без цен просто написано, что отель Белград, Бечичи, посластичарница, то есть ну, там, где сладости разные, как кафетерии, скажем так. Вот и бурики предлагают, и мороженое, пепси. Ну, сейчас подойдем, глянем, что они тут почем предлагают. Дистанция, маски. Они привели в порядок тут, конечно, все. Соки по 1,5 евро. Пирожные по евро. Ну, то есть вот такие вот цены с 8 до 9. С 8 утра до 9 вечера они работают. Вот тут тенек, прохлада. Ага, вот ценник есть, можем посмотреть. Да, вот пирожные по евро. Стакан кислого млека, вот, йогурты питьевые по евро тоже. Кукуруза вареная, кукуруза одна штука, евро. Кока-кола 0,33, 1,5 евро. Вот. 50 центов, здесь шарик 30 грамм мороженого. Ну, хорошо, тут, говорю, действительно тенечек и сквозняк гуляет, ветерок, очень-очень так приятно тут посидеть. На контрасте с солнцем и жарой пляжей. Тут у нас целый комплекс отелей: Медитеран, Тара, Иберостар, Монтенегро. Вот так. Вот тут еще есть фастфуд от отеля Белград. Значит, плескается в лепешке 100 грамм 2 евро. Чевапи 5 штук в лепешке с разным наполнением, с гарниром, да, с наполнением 2 евро 100 грамм. Рошельские колбаски, все в лепешке идет, вот так вот, чтобы вы понимали, в лепине. Это вот так вот в лепешке выглядит у них. Значит, довольно доступный фастфуд здесь, можно перекусить. Вон, ребята в казане в большом кастрюле вареную кукурузу потащили. Тут тоже вот мороженое от евро до 2 евро. Здесь от... тут бассейн, музыка громкая, аж глушит. Отдых у бассейна у людей здесь. Вот. Пивной сад Галия, Beer Garden. О нем я сниму, наверное, отдельное видео, чтобы уже не тратить ваше время. В этом видео, где я просто обзор пляжей делаю, вот его очень хвалили. Я думаю, что в ближайшее время я сюда зайду, попробую, как хвалили в плане качества еды.
вот отсниму меню, сниму пробу и скажу свое мнение об этом пляжном кафе, ресторане. Вот. Опять у нас небольшой кусок бесплатного пляжа. Ну, такой очень-очень маленький, узенький. Вот. И мы переходим уже к последнему платному пляжу. Здесь указатель, как обычно, на тоннель на Будву, пешеходный тоннель, по которому пешком можно из Будвы пройти или прийти из Будвы сюда, или в Будву. Пляжный бар Текила. Тоже так, тут они вот сделали интересный такой ход, что есть и столы, стандартные столы с лавочками, и вот такие вот полулежаки на расслабленном режиме полежать. Это от отеля Монтенегро. Пляж. И у нас, да, еще последний, все-таки это предпоследний, последний, это у нас будет Иберостар. Вот здесь даже такие вот красивые большие места отдельно резервируются. Вот, значит, вот эти палантины, прошу прощения, не помню уже правильно, как это называется, вот эти большие закрытые, они по 20 евро. 8 евро комплект на этом пляже. Дальние ряды и первые два ряда по 10 евро комплект. Вот сегодня написано, что море 26 градусов. Вчера говорили 27. Ну, то есть 26-27, опять же, это еще от точки, от конкретного пляжа может зависеть, где какое течение воды. Корты. Еще один пляжный бар, Наргила бар, то есть тоже кальян, по идее, должны предлагать. И вот на этом уже пляжи Бечичи заканчиваются. Это последний пляж. Там еще под стеной тоже немножко бесплатный кусок такой есть. И кому интересно, вот тут прямо можно пройти налево метров 500 мыс Завала. Из конца мыса Завалы открывается вид полностью на пляж Рафаиловичи, Бечичи. В одну сторону влево, а в другую вправо видна вся Будва. У меня есть такие видео на канале. Ну что же, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, ставьте лайк. Если не подписаны на канал, подписывайтесь. Рекомендуйте это видео друзьям. И до встречи в этом году в Черногории или хотя бы на моем канале. Путешествуйте с нами. Всего доброго. Будьте здоровы.